ca să zic, practic, și-o să-l Nu, такой опыт, мне кажется, незаменимый. Сыграть с командой премьер-лиги. Вот ребята все-таки молодцы, играли, бились, да, но понятно, что сразу прыгнуть, сделать такой скачок реально нереально. Вот, я хотел, пользуясь случаем, поблагодарить болельщиков. Огромное спасибо. Пришел полный стадион, 15 тысяч болельщиков, атмосфера была фантастическая. Вот только ради этого уже стоило выходить, играть. Действительно, огромное спасибо. Я надеюсь, что в следующем году мы все-таки сможем добиться и дойти до группы. Да, заходил, конечно, все расстроены, даже понимая, что это англичане. Вот, все равно футболисты сложно переносят поражение. Вот. Но это первое поражение Тарханова. Ну, если уж проигрывать, то англичанам, как я сказал. А вы какой-то цель будете поставить матчи в Англии, который состоится в Англии? Ну, в Англии, я думаю, ребята постараются себя проявить по максимуму. Я очень надеюсь, что все-таки забьем. Будет Эрик Варданян играть. Его, конечно, не хватало сегодня очень сильно. Это чувствовалось. Без Эрика не хватало креатива в атаке. Вот. Так что я надеюсь, что в Англии мы все-таки сможем показать красивую игру. Спасибо.